Мне кажется, что он подтягивает. Подожди. Бес, мне кувета. Авто ине υπερβολικό то пафос. Говорит, здесь чересчур большая толщина. Значит, тут мягкий. Эдо тора даваме экстрим катастасис. Это чересчур такого... Мы сейчас его через подлёгку уберём. Можешь? Время есть? Да. Сколько еще времени? Я через подлёгку его хочу попробовать. Я сейчас попробую катером. Он тут будет интересен, а тут уже не будет. Я тут зашпатлю. Метаем боже за... Стокару. Файн стоку давали. Ну, есть время? Έχουμε χρόνο. Από αυτού εξαρτάται. Εμεί και μέχρι 8 το βράδυ καθόμαστε εδώ. Ακόμα δεν ξέρω. Χωρί να βασανίσει. Вова, давай, 20 минут у тебя есть, там все про все. Да что, пилится смотри? Сверху пилится, причем пилится нормально. Ты прям как постоянно это делаешь? Нет. Меня это наталкивает на определенную мысль. Ты не видел, у нас в Москве чувак, он пилит потеки как бог. Он говорит, если ты покрасил без потека, это мало лака. Так он с такой скоростью мочит. Ничего, что лаки чаще выглядят лучше при более топких слоях. Это меньше падают, это ты ему не объяснишь. Когда лак перегружаешь, бывает так, что он сам себя начинает. Там количество избавителей внутри, не знаю, там, что происходит. Бывает, что реально лаки хуже выглядят, когда их перегружают. Исполняет. Типа по уму. Нет, это дело не в этом. Дело в том, что он работает немножко, лак в другой толщине, в другом. Ну, там все бывает, ломают. Да, количество разбавителя внизу сидит больше. Там, бывает, что реально лак хуже становится, когда его перебарщивают. Не просто так придумали, там, 50-60 микро. Пилите, Шура, пилите на золотая. Больше не всегда лучше. Да. Не, ну сверху пилится, то есть нормально. В принципе, его так можно вытащить и потом бросить. А вот снизу будет дрова. Так ну как ты сразу убить ее? Сначала шлифовку. Давай пробуем. Ну что ты за... Я бьемся до конца. Шпаклюй, Вань. Шпаклюй. Не красить ты умеешь вообще? Да. Не красить ты умеешь? Давай, посмотрим. Я вот так себя крашу. Ее надо сначала лезвием лезть. Правильно, пусть. Если есть потек, есть лак, правильно. Можно просто... Файнер, файнер. 220-й надо шпаклевать. Ну ладно, стоит. Файнер. Ладно, дойдем уже до того места, где она реально упирается. Ну, бывает лезвием обычным. У меня нет опыта уже. Катер это слишком дорого. Катер, да. Да. Лезвие все. Бывает, кусочек вырежешь болгаркой, закругляешь. Да, все пошло упаться, тут я подточу уже. А ты попробуй под углом. Так я это чуть под углом. У меня пустовский катер, я знаю, что делать. У тебя что-то камера выключилась. Так нормально. Он экран выключил. Он сейчас отрекрамил фисту уже. Да, фисту. Как раз тонкая была реклама. Мирка говно. Это была антиреклама. Да, ну катер у Мирки говно, машинки классные. Смотри, Мирка на тебя в суд подаст. С Мирковским катером я тоже не подружился. О, вот. Сложновато. А у Боди есть катер? Да, нет еще. Только если будете делать катер, Мирка не делает. Давай уже быстрее, блядь. А ты спешишь? Да. Просто пока ничего не чухали, что ты сейчас на тут полсквадры. А чё, почему смолистая она? Да, она давно стоит. Мы здесь уже полгода отдыхаем. Ты пить будешь? Нет, мы тут уже полгода отдыхаем. Да нахрен. На глазки раньше. Ты глянь на объем, что ты положил. Три раза больше, чем надо. Вот, не гони, Гриша. Тебе надо Гриша. Я правильно мешаю? Да, я ну это у Паши надо спрашивать. Паша, я правильно мешаю? Да? Ну а может я неправильно мешаю, сейчас все будет. Я не умею так мешать. Ты чемпион по мешанию. Я обычно вываливаю килограмма полтора на стол. Блин, сразу. По американским меркам это ты просто... Это ты просто... Кратер. Просто мастер поклевальщик. Савелла. Савелла. Началось. Как ты теперь будешь жить? В колхозе лето я. Помнишь, что-то перекрасил? А я вот один там мазал шпаклю.
1К где-то не доточил, потом берешь растворитель. Не трупом, блин. Не фломастер потеков, да? Как я делаю потеки, но если, если их проблемно убрать, смотришь так, если их там... Ну, проще перекрасить. Сложновато, я прям как я его выключить? 120, пробиваю, заверяю. Левая кнопка, правая. Север перекрашиваю, все. Левая, правая, как выключить? Давай, погнали. Так, а чем? Брусочек есть? Как? Клоцик а, тебе нужен, да? Клоцик, клоцик. Клоцик. Вот. Выбирайся. Ого. Ты бери такой, ему чтоб... жесткий нужен. Давай, конечно, ты чё. Сейчас мы... Передай брату своему привет. Какому брату я не смог? Ну, из Бреста, который. Да, чайка. Супер новый. У тебя брат чайка есть? Мой брат чайка. Откуда это пошло, чайка? Мы же тебе объясняли, нет? Нет. Я же говорю, крышу где-то красил. Крышу красил, она обосрана была говном, короче, от птиц. Я машину всю покрасил, а крышу не стал красить. Говорю, сука, чайка из Бреста досрала, блин. И что-то зацепилось, да. Смелее, ёпта. У тебя что за бумага, а? Может, тебе градацию другую? Бумажная. Ну, какая? 800. Ладно. Нормально, чё. За 6. Она конченая, наверное. Новая. Она конченая, новый листочек. Я боюсь, что он большой, я как бы, доминошечка. Доминошечка. Να μάθει να δουλεύει με ό,τι εργαλεία έχει το μαγαζί. Κάθε μαγαζί, κάθε μαγαζί έχει το δικά του εργαλεία. Нет, да, я могу начать 400. Самый-самый такой скидок. Ну, ладно, 600 можно пока еще взять. Да можно было бы. 600 надо. Не надо, не надо. Это... Уголочка. Это называется проект высший пилотаж. Это крупное зерно? Да, да. Это первый стек руа. Крупное, да. Трем сам себе не делает. Да, Трем сам себе ни черта не делает. Это сборная солянка. Компания, у которой нет ни одного своего завода. Где это происходит? Паша, как тут надо? На берете или что? Как она работает? Послушай, сначала чуть-чуть углом, там 15 градусов где-то угол круга. Вот снимаешь самые глубокие риски. Вот их подснял. Нагрело или просто работает? Вот чуть нагрел поверхность, и потом уже плоскостью. Пасты можешь добавить? Она жирная, нормально. Вот у этой пасты плюс, что она не пересыхает, она не сворачивается в песок очень быстро. Что там? Ты пальцем, что ли, в конце вышлифовывал соплю? Да. Фига ты там колодец. Там яма. Колодец сделал. Нет, там был голубой. Яма. А, там просто мятина? Ну ладно. Чего вы его отмазываете? Не смотрите больше его канал, не подписывайтесь, он ямы делает. На ровном месте. Пальцем. Подписывайтесь все на малярию. Он вообще ничего не делает. Ну так, большая часть, конечно, ушла. Ну еще второй номер. Ну да, давай. Я тебе же кругом. Да, я не знаю, средняя. Он может еще вот эти попробовать, вот здесь вот есть.
На них надо, на них подавить надо. Мне кажется, что надо добавить пашу. Можно подплавить, да. Заодно посмотрим, как он себя чувствует. Он уже реально перегретый. Перегрет? Да. Ух ты! Да ладно! Что, кусается? Ты слышал? Тяжелая, наверное. А, горячая. Я говорю, уже реально градусов 80, не больше, 80. То есть уже когда обжигает, 80. Да ну так интересно. У нас так. Не, уже все, в принципе. У нас так не полируют. Не, ну это у нас так. Я тоже так не полирую. Нормально. Чуть-чуть есть. По крайней мере, он спилился. Что, дальше будем полировать? У меня сам прикол в том, что ну потек, можно спилить. Слушай, ну все, ты же результат получил. У нас стоишь, мягкий лак стал чуть-чуть. Ни хрена себе, 90 градусов на игре. Паш, а какой это был лак? Номер? 894. Ага, 894 лак юзали, Ultra HS. На нем был небольшой потек. Сейчас я его покажу. Вот тот, который мы сейчас спиливали. Из самого такого, что интересно, как бы, ну, попробовать, это что потек за одни сутки высох так, что через шпатлевку его получилось спилить. Но катер именно в моменте, где вот тут с самого низа, вот с самого низа над ногтем капля, катер там еще не брал, то есть он был свежеват. Там, где просто срыв пошел, там катер взял, ниже только через шпатлю взяли.